Yet, меня зовут Илья, сам любовь мой канал. Hey guys, so today I'm mixing it up. I'm trying to do daily releases, so I have a lot of other content that is Russian subtitled or dubbed that will be also presenting, so I can get back on the algorithm. These copyright strikes have been shit. So I am still gonna do movies and music, so still stay tuned, but it will be other content as well daily, I hope. But yeah, today we have a different type of video. Victor Tsoi and the Kino Group versus Morgenstern. I've heard of Morgenstern, I've heard some of the songs. He's pretty much a Russian version of this guy, Lil Pump. It's just good beats. My lane costs more than your rent. And you know, random lyrics. It's okay. It's okay music. I'm not gonna be one to say that I don't listen to it. You know, I do have some of these songs in the playlist. So enough of me. I know it's in Russian. Captions are not there for me, but I can kind of, you know, I'll figure it out. So we'll see. I just want to see what the people think. Let's get started. Follow his channel. Погнали. Follow the channel. Morgenstern. Follow the clippers. They make this look so epic. Мы музыкальный канал, снимаем эксперимент. Сегодня у нас вообще эпичное просто зрелище. Welcome to my channel. Группа крови, на руках. Слушай, ну спрашивать не надо, узнали или нет? Конечно. Хорошо, трек номер два. I heard this song. It's okay. Так, трек узнали. Хорошо, выбираем. Трек номер один или трек номер два? Какой больше понравился? Мнения могут не совпадать. Два. Почему? What? Хорошо, вам? Я думаю, два ближе просто к действительности уже. Один легенда, безусловно. Это реальное начало. Say, мы не подстраивали людей. Вот просто первый. И первый же голосует за Моргенштерна. Неплохое начало, блядь. Я просто не понимаю, что будет дальше. А давай вот тут спросим. Heard this one. Так, хорошо. И песенка номер два. Моя красная кровь. Через час. Obviously, Kino. Какая больше понравилась? Это последняя. А почему она больше? Не знаю, как будто такое, ну... Можно и петь, и играть, и танцевать на этой песне. Так что yeah, tell them. Мне понравилось. Грудным хером у меня проблема, ламбо и лифт. Вы узнали? I mean, don't get me wrong, but this song is good, but it's generic. Victor again. Какой трек вам больше понравился? Давайте с вас. Но они слишком разные. Да-да-да, в этом и прикол. Ну, Цой тогда. Окей, вам? Очень okay, сложно. Okay. Они правда разные. Если для машины, я бы выбрала Моргенштерна. Если бы для. Но мы сравниваем музыку поколений. Чье поколение было талантливее? Если музыка, ну пусть будет Моргенштерн в плане музыки. I want to write it a better one. Узнали кто? Нет. Отлично. Хорошо. Трек номер два. Узнали? По-моему, кино. Ты, по-моему, перепутал. Второе однозначно. Кино. Почему? Кино это классика. Cultured guys, cultured guys. А сейчас. Долго включать нет смысла, вы знаете, да, кто это? Да. К сожалению. Группа крови. За второй. За второй? Второй. Cultured kids, ну, finally, the youth is in good hands. Второй. Почему? Училась играть под Цоя и люблю этого исполнителя. Он реально душевнее, приятнее его слушать. Когда мы задумали этот эксперимент, я тогда подумал, что, блин, ну очевидно, молодежь будет голосовать за Моргенштерна, люди постарше за Цоя. Видите, что? Нет, это не так. Все, ладно, мы продолжаем. Знали кто? Давайте следующую. Моргенштерн. Если есть в кармане бочка. Без комментариев, это лучше. Это просто лучше, все. Это конечно, никто. Второе. Первое я бы слушал где-то ну, в уборной. Да. А матом? Хуета.
Не знаю, что добавить. Нище. А почему, что с Моргенштерном не так? Ну, не, он крутой, чё, он рубит бабки, но... Это маркетинг, да. Но это не искусство. Да, Моргенштерн, наверное. Моя красная кровь. Цоя узнала, молодец, сколько тебе лет? 17. 17 лет, Цоя уже знает. Так, девчонки, сложнейший выбор. Какой трек вам больше понравился? Второй. Это Моргенштерн. Хорошо, а вы слышали какую-нибудь эту песню? Никогда. Моя красная кровь. Через час уже... Это группа Кино. Какая больше песня понравилась? По музыке первая. Вторая. Почему? Мелодичнее, приятнее на слух. Oh, she has a little peep shirt. I love you. Rest in peace, little peep. Так внимательно вслушивайте, слова найти. Like, no, 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 no. А, нет, я думаю, что это какой-то типа французского шансона, нет? Запахло весной. Вы узнали, кто, да? Да, конечно. Это Моргенштерн, он сейчас самый популярный артист. А первая на каком языке-то была? Наш, на русском. На русском? Ёбаный рот, да. Серьезно? У него стиль такой. Да, не услышала, но мне понравилось. Александр Багалин. За первую или вторую? За первую. Хорошо. Сой. Wait, the mother said Morgenstern? Man, the daughter has more sense. На рукаве мой порядковый номер. I know, I don't know the words. Обалдеть! Уф! Pronunciation wise. Я все-таки должен спросить, какой трек вы выбираете? Я второй. Почему? Ну, мне кажется, эта музыка гораздо больше наполнена смыслом, гораздо больше душевная. Я вообще считаю, что музыка должна быть такая, что вот, к примеру, смотрите, раньше ведь с песней на бой поднимались. Так вот, с какой песней? Какая песня, да, о, песня в вашей душе что поднимет? А? Вот это комментарий! Знаете, у нас когда что-то выдают типа такого, мы спрашиваем имя. Как вас зовут? Варвара. Пишем в комментариях, Варвара, респект. Спасибо, ваш выбор. Тоже вторая песня. Почему? Она намного приятнее, ее приятнее слушать. Она... В ней заложен смысл, самое главное. А в первой песне, ну это просто как будто качает like она. A creepy weirdo, а вторую можно даже проследить. But Russian women are beautiful, bro. Примеру с огромным хером. Вообще кайф. Вообще кайф. А вам как? Кайф, да. Хорошо, трек номер два. Моя красная кровь. Okay, okay. So people know the classics. Первый. I'm glad. Почему? Просто качает. Хорошо, а вам? Цой. Почему? Не знаю, смысла побольше будет все-таки. Так, вам понравилась вторая? Да? Моя любимая. Мне тоже вторая. Тяжелая. Это гоп, топ, да? Какая-то там что-то такое. Зачем? Это для лица. Это для ануса. Это я не знаю. Ты под чем? Расскажи. Что это за текст? О чем он? It's a catchy song, don't get me wrong, guys. Вообще сам не пойму, о чем поет. Кристалл моет, шампанское, да, пьет, теперь мечтаю все мое. Понял. Трек номер два. Но если есть в кармане пачка сигарет. Не знаю, последний. А вы узнали? Не Моргенштерн. Так, а почему? Ну, потому что, не знаю, мне не очень. Что за музыка Моргенштерна, как вообще в целом? Говно, блядь. В своем возрасте перевернул просто весь этот мир в натуре. Его трахнул и, блядь, делает, что хочет. Но не так. Абсолютно. Поэтому мы так сделаем. Смотри, в этом суть сегодняшнего эксперимента. То есть мы опрашиваем вот людей постарше, помладше, не знаю, любых взглядов и так далее. Чье поколение делало музыку лучше? Ну там. Конечно, и вот мы хотим узнать. Не по мне было, да, что было раньше. То есть ты за Цоя сейчас? Ну, конечно. Слышали никогда? Это не наш уже. Come on, guys, have a sense of like. Виктор Цой. Два куплета 8 раз поет. Ну что это за песня? А? Какой трек вам больше понравился? Вот второй. Кино. Два. Слышали когда-нибудь? Ну, конечно, это же Моргенштерн. Вот. Он сейчас из чайников, по-моему, даже поет. И из тостеров, поэтому, ну, как бы не слышит такое. Группа крови. На рукаве твой порядковый номер. На рукаве.
Пожелай мне удачи в бою. Пожелай мне удачи. Супер! Ну вообще, мы тут и станцевали еще. Какой трек вы выберете? Ну, конечно, кино. Почему? Ну, потому что это музыка, на которой я рос, честно говоря, потому что я 73-го года рождения. Ну и кино — это просто легенда. Моргенштерн, yes, конечно, yes, да, I agree with him. Кино — are legends. Can compare the dynasty to this guy. Я тебя услышал. Как вам вообще Моргенштерн? Нравится. Моя красная кровь, через час уже просто земля. Какой трек понравился, первый или второй? Второй. Почему? Потому что я его слушаю. Хорошо, а вам как? Тоже второй. Почему? Смысл побольше. And these kids are not gonna know Kino. Но если есть в кармане бочка, сигарет. Погоди, ты сразу узнал Цоя? Да. Обалдеть, сколько я вам лет? Я тоже узнал Цоя. Мне 13. А тебе? Мне 14. Откуда вы знаете Цоя? Ну, во-первых, папа про него рассказывал, да и сам не прочь послушать иногда. В общем, вы выбираете Цоя, да? Да. А почему? Ну, как бы, не знаю, я против Моргенштерна, потому что Kino? Его в большей части слушают первоклашки. А ты в каком? Я в 7-м. Неплохо, бро. 13 The лет. The boys are okay. Просто выбирается. Yeah. Причем он говорит, блять, однозначно вообще второй. Overwhelmingly. Perfect. Разрешите перебить. Ну что, друзья, этот эксперимент случился. Yeah, there it is. Social experiment. There we go. Yeah, 37-6. So like I said, I do enjoy Morgenstern, some songs, not a lot, but Kino is one of the top, you know, I'm biased, so I'm glad that it was, this is how it ended, as far as the results. Very, very good. I don't know what the boys said at the end, let me know in the comments. I thought it was good. Like I said, I don't know Russian, I know a little bit, like, kind of understand a little bit, not a lot, but I'm trying to, you know, deduct from what is being said. So guys, I want to do more clips like this, like I said, more daily content. I'm gonna get copyright, you know, so we'll see how it goes. But yeah, guys, like, comment, subscribe. On to the next. Peace.